Программа «Своими руками» и я, ее ведущая мастерица Ольга, приветствует всех телезрителей. Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно оформить кашпо для цветка. Кашпо – это сосуд, куда ставится горшочек с растением. Итак, сделаем кашпо из подручного материала. Например, это может оказаться, на первый взгляд, простая консервная банка. И нам для этого понадобятся простые прищепки. В данном случае деревянные. То есть, оформляя данное кашпо, не обязательно уметь рисовать, клеить. Не нужна никакая краска. Мы просто берем деревянные прищепочки и равномерно размещаем их по кругу. Оформить можно и сами прищепочки декоративно. Например, разместив, нарисовав на них сердечки, ну или какое-то пожелание, можно какую-нибудь зверюшку, тесьма, рюша в данном случае, и просто оборачиваем. Так, нам даже могут не нужен ни клей, мы простой булавочкой можем заколоть соединение. Так, ну и теперь давайте попробуем разместить в нее наш цветочек. Посмотрите, как быстро, буквально за несколько минут, можно оформить горшочек. Сейчас я расскажу еще об одном варианте оформления. Учебный год подходит к концу, и, наверное, у школьников остаются исписанные фломастеры, которые уже отслужили свой срок. Для этого нам понадобится брусочек, ну и фломастер. То есть мы вытаскиваем запчасти, снимаем колпачок и вот здесь вот у меня уже подготовленные. То есть по размеру мы аккуратно, соблюдая технику безопасности, обрезаем фломастер. Ну, примерно расстояние 1-1.5 сантиметра просто завязываем 2 узелка. Узелок и еще один узелок. На другом конце мы также завязываем узелок. Продолжаем точно так же завязывать. Узелок должен располагаться сбоку, не сверху, а сбоку у фломастера, у корпуса фломастера. Таким вот образом закрепляем. Наше декоративное кашпо на наши цветочки. Так, и то же самое делаем снизу. Можно воспользоваться вот такими собранными просто в лесу палочками, одинаково напиленных, вот такое кашпо. Соединяем точно так же, как и корпус от фломастеров. Вот. Ну и давайте туда поставим вот такой вот цветочек.
Вот таким образом вы сможете оформить интерьер в любом стиле, под ваш интерьер. Пробуйте, фантазируйте, и у вас обязательно все получится. Всегда ваша мастерица Ольга. До новых встреч!